Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 4 июля – чудесный день. Строго запрещено женщинам делать эти действия в доме. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Вторник, 4 июля. Время гармонии и равновесия, которое нежелательно нарушать. Управляющий этим периодом благоприятные 16-е луны сутки предназначены для созидания, творчества и позитивных начинаний. Необходимо избегать бесцеремонности, раздражительности, критики и других негативных эмоций, так как они способны разрушить позитивную энергетику дня. Если вы плодотворно провели предыдущие дни с момента новолуния, то сегодня вам предоставляется возможность расслабиться, замедлить активность и насладиться плодами своих трудов. Луна в Козероге в сочетании с 16-ми лунными сутками позволяет вам избежать легкомысленных поступков, делать серьезнее и ответственнее. Созвездие положительно влияет на эмоциональный фон, даря спокойствие и трезвый взгляд на жизнь, благодаря чему вероятность спонтанных и необдуманных действий практически отсутствует. Чтобы день прошел наиболее благополучно, сохраняйте позитивный настрой. Больше улыбайтесь, радуйтесь даже мелочам. Хорошее настроение поможет вам добиться результатов, к которым вы стремитесь очень давно. День отличается светлой энергетикой, способствующей очищению и самосовершенствованию, достижению равновесия между сознанием, телом и душой. Вы ощутите прилив сил, сумеете продемонстрировать имеющиеся таланты и способности, достичь всего, что было задумано. Однако для этого важно работать над собой, стремиться к совершенствованию, духовному росту. Сегодня недопустима суета и суматоха, а также любое напряжение. Избегайте напористости, никуда не торопитесь, не допускайте конфликтов с окружающими. Если есть возможность, проведите день или хотя бы его часть за городом, отдохните на природе, прогуляйтесь по лесу. Проведите сеанс медитации на свежем воздухе. Гармония окружающего мира подарит вам энергию для новых свершений, избавит от сомнений и поможет осознать свои истинные цели и желания. В эти сутки практически не бывает ночных кошмаров и тревожных снов. В редких случаях вам может присниться нечто неприятное или пугающее. Такое сновидение означает, что вы излишне напряжены и суетливы, из-за чего тратите энергию попусту. Остановитесь, расслабьтесь и отдохните, тогда большая часть сложности решится сама собой. При этом не обращайте внимания на детали ночных грез и не пытайтесь их трактовать, так как они почти не содержат полезной информации. День неплох для творчества, однако создать что-либо новое сегодня вряд ли получится. Сочетание Луны в Козероге и 16-х лунных суток несколько приглушает вдохновение, но вы можете заняться реализацией старых проектов, на которые раньше не хватало времени. При отсутствии желания творить, посетите выставку или музей, насладитесь результатами работы других людей. Возможно, в процессе вы заведете интересные и полезные знакомства. Поскольку день неплох для интеллектуального развития, вы можете посвятить его саморазвитию, изучению чего-нибудь нового. Сегодня полезно прочитать интересную книгу, посмотреть фильм или посетить лекцию по интересующей теме. Но не забывайте об отдыхе. Выберите расслабляющее спокойное занятие, к примеру, посетите пляж или встретитесь с друзьями в уютном кафе. Будьте аккуратны с физическими нагрузками, поскольку гармоничные энергии 16-х лунных суток подходят для активной физической деятельности. Они могут стать причиной серьезных травм, поэтому если вы не являетесь профессиональным спортсменом, откажитесь от силовых тренировок и не перегружайте мышцы. Ограничьтесь неспешными прогулками по городу, плаванием, а если вам хочется размяться, займитесь йогой или выполните несколько упражнений на растяжку. Луна советует. В эти сутки происходит восстановление сил после всплеска энергии, поэтому рекомендуется как можно больше времени проводить в покое. Не стоит браться за новые дела, заниматься сразу несколькими проектами. Ограничьтесь привычной несложной деятельностью, продумайте свои дальнейшие шаги, не суетитесь и не спешите. Неплохое время для взаимодействия с коллегами, поиска новых инвесторов и деловых партнеров. Общение с руководством также будет продуктивным. Сегодня вы можете предложить свои идеи для развития бизнеса, обсудить финансовые вопросы или возможность повышения. Денежные операции пройдут успешно, но откажитесь от спонтанных расходов. Можно совершать отложенные приобретения, вкладывать небольшие суммы, заключать финансовые сделки, если они были обговорены заранее. Оформлять кредит, а также одалживать или занимать средства нежелательно.
Хорошая пора для наведения порядка в доме. Вы можете устроить уборку, сменить декор помещений или провести ревизию среди вещей, избавившись от всего старого и ненужного. Однако не стоит затевать генеральную уборку или ремонт, так как большие нагрузки не пойдут на пользу. Эти сутки созданы для общения. Вы с легкостью найдете общий язык с любым интересным вам человеком. Сумеете завести новые знакомства, улучшите отношения с близкими. Старайтесь проводить меньше времени в одиночестве, уделите время друзьям, членам семьи. Отношения со второй половинкой будут складываться самым идеальным образом. Сегодня вам не грозят ссоры или конфликты, поэтому проводите вместе как можно больше времени. Сходите вместе в кино, театр, устройте романтическое свидание в необычном месте. Это поможет укрепить отношения. Поездки, назначенные на 16-ю на сутки, будут особенно удачными. Вы получите массу удовольствия от путешествия, зарядитесь энергией и привлечете в жизнь удачу. Если вы не планируете никуда ехать, найдите время для неспешной прогулки по городу. Она также принесет вам пользу. В эти сутки необходимо подходить к обрядам с особой осторожностью. Приступайте к ним осознанно, без желания навредить кому-либо. Нежелательно прибегать к приворотной магии. Так, например, избавление от безденежья. Луна начинает убывать, поэтому день идеально подходит для изгнания денежных неудач. Вам нужно взять блюдечко, туда насыпать соль. В эту соль положить 3 монетки, чтобы очистить их от негатива. Далее, дождитесь вечера, подойдите с блюдцем соли с монетками к окну, для чего 3 раза скажите такие слова. Деньги трудом заработанные. Луне покажу, проблемы финансовые решу. Затем, как вы проговорили, монеты достаньте из соли, уберите в карман и скажите: «От проблем избавляюсь, нищету изгоняю, безденежье прочь отправляю». Говорим также 3 раза. Все, монеты целый месяц должны лежать при вас, потом можно тратить. Соль пускаем по воде, чтобы стать стройнее. В эти сутки особенно удачны ритуалы, избавляющие вас от всего ненужного, включая лишний вес. Чтобы избавиться от полноты, наполните водой белую миску, подожгите восковую свечу. Держите ее так, чтобы воск скапывал вашу емкость с водой, при этом приговаривайте: «Воск от пламени тает, а лишний жир тело мое покидает. В воде воск затвердевает, голод мой исчезает. Лишний вес мое тело покидает, стройность красоту я обретаю». Говорим 3 раза. Все. Воду и свечку и огарок все нужно выбросить. Все. В скором времени вы заметите изменения. Избавляемся от одиночества. Чтобы провести этот ритуал, вам необходимо найти любое живое дерево, которое вам понравится. У этого дерева, на это дерево нужно завязать зеленую ленту, либо зеленую нить. Когда будете завязывать, нужно сказать такие слова: «Цветы под солнечным светом распускаются, любовь в моей жизни появляется. Луна на убыль идет, мое одиночество с собой унесет. Ветви разрастаются, счастье мое семейное с ними начинается». Говорим 1 раз, повязываем ленту и уходим по своим делам. Все, в скором времени в вашей жизни появится любимый человек. По народным приметам в этот день отмечают Ульянов день. Честолюбие и решительность – отличительные черты именинников этого дня. На протяжении всей жизни сохраняют молодой задор и некоторое ребячество характера. Несмотря на это, они четко осознают свои обязанности и выполняют необходимые. Внутренний конфликт возможен в деловой сфере, заставляя их выбирать между финансовой стабильностью и делом, которое вдохновляет. В этом случае важно прислушаться к голосу сердца, а не разума. Именно он подскажет, в каком направлении стоит двигаться дальше. Ну а их талисман – изумруд. 4 июля традиционно уделяли большое внимание липе. Славяне считали, что это дерево символизирует женственность и нежность, а также защищает от множества недугов. Цветы липы очень ценились, их собирали и засушивали, чтобы позже использовать в качестве жаропонижающего средства. Лечили липовыми цветами головные боли. Для этого клали засушенное растение под подушку и ложились спать. Верили, что на Ульянов день нужно совершить как можно больше добрых поступков. Например, накормить нищих, помочь слабым или оказать посильную финансовую помощь.
Большой удачей считалось быть знакомым с девушкой по имени Ульяна или парнем с именем Ульян. В этот день они были особенно популярны. Также в этот день проводили интересные обряды. Обряд на встречу с любовью. Одинокие 4 июля заваривали себе липовый чай. Но перед тем, как пить чай, говорили такие слова. «Как липа расцветает, любовь ко мне призывает. Как сильно она благоухает, так и лучшего из лучших ко мне привлекает. Истина». Говорили один раз, далее выпивали чай. Но также в этот день было два особенных запрета. Первое. Женщинам в этот день категорично запрещено проводить влажную уборку в доме. Считается, что таким образом они вымывают свое семейное счастье. И также не стоит принимать дома незнакомых людей, иначе в доме будут одни неприятности. И перед сном обязательно один раз повторяем такие слова. «Я засыпаю с чувством благодарности и любви к себе и всему миру». Вот говорим один раз, и вы посмотрите, как вы будете чувствовать себя прекрасно, а следующий день принесет много чудес.